день скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день, и без чудес может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Так, Лышенечка, покажи, что у тебя получилось. Ой, смотри, что я видел. Приветик. А, привет. Что это у вас тут такое интересненькое? Вот. А мы Лёшу ждём. Да, и рисунки разглядываем. Посмотри-ка, а. Ну как, а? Ну и что это за рисунок, а? Ни кораблика, ни крепости, так? Корябушки какие-то цветочные. Какие корябушки? Это же портрет. Ты что, не видишь? Ну что ты, Коксик, в самом деле? Это же Шунин подарок. Это она меня нарисовала, как я по лесу гуляю. Ой, я ж не знал. Так, я и говорю, о, какой отличный портрет, а? Я как посмотрел, так и понял. О, да это же Зубок, а? Как настоящий, идет себе по лесу, на цветы любуется. Коксик, Коксик, а теперь вот на этот посмотри, а? Какой тебе больше нравится? Ну-ка. Да тут и сравнивать нечего. Вот это да, сразу видно рука мастера. И вот Звук отличный посредине. А это что? Ну, мазня какая-то. И страшилище какое-то непонятное. Страшилище? Коксик, Коксик, ты что? Это же Шуня тебя нарисовала, а я помогал. Вот это ты в избушке, у окошка. Ну, ты что, не узнаешь, что ли? Так и надо было сразу говорить. Ой, что-то у меня глаза сегодня видят плохо. Или темно у нас, что ли? О, точно, точно. И правда я симпатичный такой котик. Стою вот у окошечка. Шунь, ты очень хороший портрет нарисовала. Здравствуйте, мои дорогие. Так, чем вы занимаетесь? Здравствуйте, Лёш. Да. Кстати, вы как-то внимательно Коксика разглядываете. А он какой-то подозрительный сегодня, Лёш. То говорит, что я корябушки рисую, то мастером меня называет. Шунь, ну я же не знал, что вот это все твои рисунки. Если б знал, я бы сразу похвалил. Можешь не сомневаться. А, я, кажется, понимаю. Коксик поменял свое мнение. Ну да, поменял, и что с того? Приспособился к ситуации. Да. Прямо как хамелеон. Какой? Кто? А кто это? Он похож на Коксика. Он такой хвостатый и пушистый, да? Да, и все время свое мнение меняет, да? Да нет, конечно, на Коксика хамелеон не похож. Хамелеон — это такая ящерка, которая живет в теплых странах. И у нее есть удивительная способность. Она может менять свой цвет. Ух ты, вот здорово! Странно. И зачем может понадобиться быть коричневым? Мне вот никогда не хотелось стать коричневой. Сонечка, потому что ты живешь с друзьями в уютной избушке. Это да. А у хамелеона не только друзья, у него есть и враги. На него охотятся хищные птицы, змеи. И поэтому ему нужно от них прятаться. И вот в зеленой листве он становится зеленым, а когда сидит на коре дерева, коричневым. Ой, здорово он придумал! А как он раскрашивается так быстро? Да, и откуда он столько краски берет? Вон у нас краска все время кончается. Никакая краска ему не нужна. Его кожа может сама менять цвет. Ух ты! Здорово! Так, а кто-нибудь еще умеет цвет менять? Да. Ну, пожалуй, хамелеон чемпион среди превращений. Но есть такая рыба, камбала. Ой! Когда она заплывает на светлый песок, ложится на дно, то через несколько минут она становится просто неотличимой от дна. Непонятно, где песок, где рыба. Здорово, да. Значит, рыба, хамелеон. Ну, а звери какие-нибудь вот так могут? Да. Звери тоже могут, но не так быстро. Вот, например, белка. Она же летом рыжая, а зимой светло-серая. Заяц летом серый,
а зимой белый, чтобы незаметным на снегу быть. Да, ну зимой да летом, это же слишком долго ждать. Да хамелеоны им далеко. Потому и называют хамелеонами тех, кто приспосабливается к разной обстановке и все время меняет свое поведение. Честно говоря, такая угодливая изменчивость выглядит некрасиво. Нам с вами нужно учиться всегда оставаться самим собой и быть верным своему слову. Лёш, если ты про меня, так я просто он обидеть боялся. Знаю, знаю, Коксик, ты не в счет. Я просто тебе советую. Ты про чужие рисунки, чьи бы они ни были, всегда говори с уважением, и тогда ты никого не обидишь. Мы все поняли, Лёш. Да, да, поняли. Я думаю, ребята тоже все поняли. И нам пора прощаться. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь.